Ты для чего? Для измерения души микро. Это, наверное, это. Вот это уже. Для чего? Что это? Вот это что? Компас. Это бусоль. Ну, компас, бусоль. Пускай. Компас, бусоль. Это бусоль называется. Для чего? Что представляет собой потенциал? Это система мероприятий, направленных на улучшение древостоя и функции. Лидеры ухода. Осветление. Культивируется черный лист весной. Помните, на случай, мы говорили, собирали? Пьют. Называют монгольский чай. Очень хорошо при простуде, когда лихорадка. А вот это вот антисептик прекрасно. Ну-ка, посмотрите. Лопух, правильно. Что лечит? Суставы и раз антисептик, значит, все какие-нибудь вирусные заболевания. От 3 метров от дерева, под кровью. Почему на торфяниках нельзя разжигать костры? Ну, короче, вообще, да. Прекрасно. Значит, расставлять. Вот, нельзя поджигать там, где ветра... Ну, будет ветер. Да. Потому что... Ветки эти. Вот. Нельзя поджигать там, где сухую траву. Категорически сейчас запрещено сухую траву поджигать. Нельзя доливать. Их определяют только в середине лета, когда колошение идет. Поэтому они только вот по листикам. Вот различи, сколько они сумеют отличить. Тонколистный, вот там какие-то злаки, широколистные. Ставят злак один, злак два. Другие. И вот каждую группу, ну перечислите, что вы здесь нашли, вот на это, в этой рамочке. Злак два, подорожник, одуванчик, чеснок, тысячелистник, клевер.